Два года в зоне, коту под хвост, двери закрылись. Мне спину вертуха кричал до встречи. Парень, ты вернешься, плыви, ветер свободы мне в лицо подул. С надеждою на завтра в этот новый мир шагнул я. Знал отлично, все по-другому на свободе. Меня не так поймут, одет я буду не по моде. Знал, что моих друзей сузился круг, стомал. Знал, что сузился зрак, у брата чей срок мотал. Меня встречает белый порошок на ложке, вогнутый, как моя жизнь. Как эти крошки беды напоминают. Скажи мне, брат, что будет дальше с нами? Что будет дальше с нами? Скажи мне, брат, скажи мне, брат, что будет дальше с нами? Скажи мне, брат, скажи мне, брат, что будет дальше с нами? Скажи мне, брат, скажи мне, брат, скажи мне, брат. Послушай, брат, я расскажу тебе, как было здесь, как за два года. Бомжами те, кто раньше был в порядке пацанами. Бандиты в погонах, правит тихий беспредел. Каждый третий школьник уже давно на героин подсел. Я не знал, что будет так раньше. Двумя годами я боюсь даже подумать, что будет дальше с нами. А вот пацанчик, он хочет тебе замутить, помочь. Он не барыга, он помощник, потенциальный торч. Бывший тяжик, чемпион по боксу, наркоман, теперь известный легковес. Пупу дает за дозу. И что ужасно, что таких как он слишком много в наше время. Молодежь нашла себе другого бога, до итога дойдет она. Вместе с ним каждый второй ребенок уже сейчас рождается больным. А что же будет дальше? Я не знаю даже. С каждым новым днем жизнь становится все хуже. Кажется, сам хватаюсь за жизнь и сохшими руками, даже не спрашивая о том, что будет дальше с нами.